Всем привет! В эфире Светлана Никитчук. Сегодня говорим о разгрузочных днях. Детокс – уже модное слово, которое сейчас часто звучит, означает детоксикация организма и более привычно – разгрузка. Цели детокс-дней – это создать в организме условия для самоочищения. В эти дни пища либо вовсе исключается, это голодание на воде, либо остается только легкая растительная пища без животных белков. Хочу заметить, что детокс-дни или разгрузочные дни к похудению не имеют никакого отношения. Даже если вы сбросите килограмм-полтора за этот день, это будет скорее всего вода и очищение кишечника, но никак не жир. И вода успешно вернется после разгрузочного дня. Показания к детоксу – это запоры, чувство усталости, упадок сил, нарушение сна, головные боли, боли в мышцах, нарушение в работе желудочно-кишечного тракта, неприятный привкус во рту, тусклый цвет кожи, сухость слизистых оболочек, ухудшение состояния волос, а также усиление аллергических реакций. Разгрузочные дни можно делать на воде, на овощных отварах, на овощах как сырых, так и после термообработки, также на соках и смузи. Правила детокса – это подобрать подходящее время, лучше всего выходной, исключить в этот день все сладкое, крахмалистое, алкоголь, кофе, курение, а также жирную и белковую пищу. Обязательно выпить не менее 2 литров воды, иначе как организм будет выводить токсины? А также обязательно в разгрузочный день добавить немного легкой физической нагрузки и также спа-процедуры. Делать разгрузку можно даже каждую неделю. Главное после очищения переходить на чистое питание, тогда эффект разгрузочного дня будет гораздо дольше. А вы, кстати, делаете разгрузочные дни? Если да, напишите в комментариях, какие. И не забудьте подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых публикациях. Всем здоровья, пока-пока.